Всех приветствую, мы продолжаем выживать в канадских лесах. Вот мы перешли в другую локацию. А где же в конце следующей серии? Так, сейчас посмотрим, что у нас тут есть в этой кабинке, домике. Так. О! Тут-то ресурсов много на этой карте должно быть. Так. Угу. Жду с нетерпением, когда не сценарий. Выпустят уже готовый. Hope nobody needs this anymore. Так. Замерз. Угу. Так, что у него с собой есть? Инструменты, лыжная куртка. Ткани нету. Понятно. Понятненько. А вода не питьевая. Еда, вода. Содовая, виноградная. Давайте выглянем. Мы же все-таки за ресурсами сюда пришли, да? Тут есть что-нибудь? Ничего. Пусто. Ладно. Будем спускаться вниз. Как-нибудь. А, спуск есть. Опа. Только куда? Вон оно, озеро это. Ветер завывает еще, зараза. Так, так. Эти смерзат. Хреново. Ага, вон туда надо добраться. Так. Канистра. What have we here? Посмотрим. Что у нас тут? Так. Лампа. Ткань туда же. Теперь можно ремонтом заняться немножко. This pack is getting kinda heavy. Перевес вижу. Лыжная куртка. Ага. То есть у него две лыжные куртки, только одна получше. Понятненько. А, так, и эту керосиновую лампу тоже разберем. А, так, ружье охотничье туда же, толку от него ноль. А весит, по-моему, вообще 4 килограмма. Так, лыжная куртка, вот это. Вещи для разбора. Консервный нож один. Туда же. Да, наверное, до утра тут зависнем. Топорик. Надо будет потом все починить. Так. Угу. Так, простые инструменты. Поехали. Mm-hmm.
ветер завывает, зараза. К неподходящий момент. Да чтоб тебе. Ту лампу собрать не можешь никак. Обрывается и все на этом месте. Ладно. Сапоги нечем ремонтировать, куртка лыжная. Отлично. Все, ветра больше не слыхать. Но время уже, как говорится, вечереет скоро. Обезвоживание. Так. Еда, вода. Так. Спать пора. Ремонт, ремонт. Джинсы. Обязательно. Уж погода там. Одежды не особо. Перчатки вообще убитые. Ага, ткань кончилась. Так. Надо выйти пока, наверное, так, сначала. Керосиновую лампу заправить. Далее другая канистра. Оставили. А теперь надо, пока время есть, дров, наверное, наколотить и воды натопить. Хотя можно попробовать до какого-нибудь домика добежать, но уж подождем тогда лучше. Рубка. Хотя черт его знает. Глянуть тут ничего не видать вдалеке. Тут продуктов мало. Надо другой дом искать. Так, где тут? Осмотримся. Так. Аккуратно не навернись. Ёперный. Ну хоть ничего себе не сломал на том, спасибо. Так, вон оно озеро. Вон домики. Рыбацкие. О! Городишко. Нет, это эти самые. Тоже рыбацкие домики какие-то. Но уже на берегу. Волков не видать. Хорошо. Так. Дело. Теперь можно и утра ждать. Содовые сапоги рабочего. Хорошо. Оп, тут с водой. Для ремонта пойдет. Да. Отлично. Пока есть небольшой запас. Вот. Персики. Да. Почему он топором по волку не может ударить? Так, одежа теперь. Что у нас? Сапоги рабочего и обычные сапоги. Получше будет. Так, обычные разберем и починим сапоги рабочего. Так, ремонт. К
ткани нету. Ладно. Спать, спать. Тем более там ветер. Вот жажда. Знаете, наверное, пока ночь, можно по домикам пошариться по этим, чтобы найти там что-нибудь, а с утра уже выдвигаться. Надеюсь, волков нету в округе. Все собрали. В принципе, и так можно до дома до того добежать. Может, и не замерзнем, перебегая из одного в другой. Рыбацкие-то домики. Еще одни инструменты. Отлично, один набор можно потом будет разобрать. Даже, наверное, два набора. Уж мы потом еще найдем. А металлолом для ремонта пригодится того, что пора. Шапка. Ох, ветер воет. Пусто. Ни черта нету. Больше. Третий домик уже. О, аптечка стоит. Антибиотики там есть? Швейный набор. Да вы чё, блин? Скорая швейная помощь, что ли? Так. О, еще трава. Показалось или волк и слышал? Так. Чё это? Солёный крекер. На пачку стирального порошка похож. Фаер. Ящики обшарим. О, шапки. Будет чем ремонтироваться. Редко все разберем. I might have to drop some gear. Так. Так. Все обыск. А нет, смотрите, сундучок. Спрятались, сволочи. Металлическая зажигалка. Ух ты, такую я еще не находил. Металлический инструмент разработан, чтобы помочь зарождать костер в дикой местности. What have we here? Ух ты! Что-то новенькое. Жилетка. На разбор. Простые инструменты. Одни можно разобрать. Да и вторые тоже. Шерстяная шапка получше будет. Так, главное сейчас это за калориями еще следить. Так, оранжевая содовая. Уже рассвет, светает потихоньку. Сардинки. Интересно сделано, так свет падает.
Опять отравился, что ли? Oh, I feel like I'm gonna die. Зараза. Хорошо, хоть антибиотиков много набрал. Поспи, чуток. Чё за грохот такой? Ветер. Не надо бежать уже. О, слышали? Так. Состояние потихоньку ухудшается, им сон нужен. Сейчас тут спать. Хотя можно попытаться до утра, до следующего дожить. Перчатки обязательно отремонтировать. Иначе это будет шандец. Ткань кончилась. Так, перевес. Металлолома много еще с собой. Потом консервный нож в порядок привести. Чё так мало чинишь-то? Давай. Да чтоб тебя, топорик. Всё есть необходимо. Теперь-то перевеса нету. Можешь выходить. Эх, электрище на улице. Еще и вечереет. Так. Вон там дом есть. На этом холме не помню, вроде тоже должен быть. Ах. Вот. Hope nobody needs this anymore. Армейский сухпай нашел. Да, спички, фаер. Спичек здесь, правда, на год может хватить. Если собирать его. И не особо тратить-то. Так. Вперед. Топили. Не, конечно, сейчас с милитари-то этим самым припасами можно было и там утра дождаться. Вроде ветер пропал. Опять музыкой пугает. Страшно. Волк вон идет, вижу. Из кедра, обломки. О, еще какие-то припасы стали. Металлолом, перевес, да?
вперед. Кто замерзнем. Something's gotta go. Он, по-моему, это домик, да, наверху, видать. Ага. Сам знаешь, что перевес. А что делать? Иди подкрепись, чтоб силы были. А, я не помню, в том доме есть камень? Нет, по-моему, нет. Придется заранее натопить воды. Так. Давай, разжигай. Don't do this to me. Да чтоб тебя. Жги давай. Горело хорошо. Опять музыка пугает, да что, блин? Чнихур. А, солнце садится. Давай перекипяти тут остаток воды вот этой. Да не надо такую музыку, я же все равно сюда дома вот это бегу. Хоть закипает, по-моему, быстрее, чем топится. Так, вот он. Вперед. По сугробам. По заснеженным. Встречу припасы. Нет. Забираемся. Too heavy. Ага, лампа стоит на столе. Камина здесь нет. Ну ладно. Хоть припасы зато есть. Лампа керосиновая еще одна. Где керосоленые? Так, газетка. Сейчас посмотрим, что тут есть. Полезного спички. That'll come in handy. Бинты. Вот кто здесь, наверное, жил. Да, аномалии, блин. Так. Содовый виноград, антисептик. Хорошо. I could use this. Шоколадка злаковая. Еще водичка. Так. Сардины, от которых траванулся в прошлый раз. Оранжевая содовая. Еще шкаф. Тут что-то у нас ничего нету. Looks like this has been here a while. Хорошо. У него можно много энергии получить. Энергетические батончики. Тоже вещь. Такс. Пусто. Еще один антисептик. Вот если с волками драться. То мы посмотрим, какой получится. Вот нужная вещь. Таблетки для чистки воды. Важные и нужные вещи. Еще швейный набор, так. Оп. Они дверь обоими обклеили.
какой-то глюк, видать. Не прорисовались текстуры. Види, куда сквозь стекло смотришь. What have we here? На улице ветер поднимается. Радужный форель сырой. Печка, печка, печка. Ворот и окна приготовлены. Вес аж 2 кг. Так. Холоднеет, я что-то стал. Так, там ничего нет. Водонепроницаемые сапоги, вот вещь. Нужная и полезная. Носоки. Вода. Антибиотик еще. Какой-то нужный, по крайней мере. Тишина, все выглядит. И не все. Еще у нас запчасти. Верстак найти. А, ну крючок у нас есть, у нас веревки нету. Нету веревки. Топливо для лампы. Сначала надо из этой самой потратить, с канистры. Антибиотик. Так. Ага. Ух ты, 45 кг. Содовая. Три-четыре его можно до упора накормить. Так, приготовленный. 2 кг весит, а немного энергии дает его сейчас тогда. Персики, радужная форель сырая, нет. Там. Так, переодеть. Так, это лучше водонепроницаемые сапоги. Это понятно, шерстяная шапка вроде была. Где-то. Нет. Шерстяные носки. Ладно, сейчас разберем все это ненужное. Поломанную керосинку тоже на металлолом. И это туда же все. Ага. Видите, топливо нам в инвентарь перекинулось. То есть это хорошо. Так. Шапку вот тут разбирать и разбирать. Шапка, сапоги рабочего туда же. Большой ремонт сейчас будет. А, это нужная вещь. Так. Носки шерстяные. Туда же. Бумагу свернутую. Разберем. Чтоб можно было потом в костер разжигать. Защита, бонус тепла одежды плюс 10, бонус защиты от ветра плюс 5. Температура воздуха минус 1, ощущается 9. Нормально, в принципе. Нормально. Крекеры. Так, обычная шерстяная шапка. Ремонт, конечно же. Так, подождите. Одежда. Шапка.
она ветрозащиты не дает, поэтому... Где она там, обычная шерстяная шапка, не дает ветрозащиты, поэтому мы ее тоже разберем. Подштанники. Все, что есть, все ремонтируем. Шапка. Вот и отлично. Вот еще вот это можно отремонтировать. Инструменты есть. Ножик. Да чтоб тебе. Ну, готово. Что-то жажда у него вообще. Наверное. Спать. Ну, на этом, думаю, закончим. В следующей серии продолжим. Всем пока.